Город Мехико – растущий мегаполис. Однако тысячи детей здесь живут в нищете без доступа к таким элементарным благам цивилизации, как электричество и водопровод. Такие данные представлены в недавнем отчете ЮНИСЕФ. Организация провела подобные исследования и в других крупных городах мира. Представители фонда посетили крупнейший в Мехико район трущоб Истапалапа. Они говорят, что, несмотря на возможности трудоустройства и обучения в больших городах, пропасть между богатыми и бедными в мегаполисах становится все заметнее. Во многих регионах инфраструктура и услуги не успевают за расширением городов. Это очень отражается на детях из бедных слоев населения. Сотни миллионов городских детей, растущих в трущобах и бедных кварталах по всему миру, это самые обездоленные дети на Земле. Их лишили самого необходимого. Директор ЮНИСЕФ говорит, что о проблеме детской городской нищеты часто забывают. Он призывает правительство делать больше, чтобы соединить изолированные трущобы с основными районами города. К сожалению, многих детей из таких районов жизнь толкает на преступную деятельность. Президент Мексики говорит, что в стране разрабатывается программа, которая может дать надежду миллионам бедных жителей городов. Совместно с Верховным судом, ЮНИСЕФ и общественностью мы разработали программу, которая поможет оградить невинных мальчиков и девочек от организованной преступности. Она включает медицинские услуги, психологическую и юридическую помощь для всех детей, которые страдают от насилия, для сирот, детей полицейских, а также жертв преступлений, включая детей тех, кто вовлечен в преступную жизнь или кто был убит во время криминальных разборок. В отчете также указано, что десятки миллионов детей вынуждены работать на улицах городов, чтобы помочь своим семьям сводить концы с концами. При этом у трети таких детей даже нет свидетельства о рождении. ЮНИСЕФ призывает разрешить проблему бедности в городах как можно раньше, поскольку, по прогнозам, в ближайшем будущем большая часть населения планеты будет жить в мегаполисах.